Кто боится реальности, я скажу, вы боитесь просто самой России, вы боитесь русской культуры. Как вам ее не бояться, когда в русской культуре ясно сказано, вы жадную толпой, стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи. Толпитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи. Но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете злословию, оно вам не поможет вновь. И вы не смоете всей вашей черной кровью России праведную кровь. Так и будет, потому что, друзья, не надо бояться. Они затыкают вам рот, они проводят репрессии, они пытаются запугать Россию, они пытаются изменить ее сущность, чтобы продавать ее на Запад оптом и в розницу. Они изображают из себя патриотов и государственников, а на самом деле просто строят акционерное общество под названием Российская Федерация, в котором большинство акций уже принадлежит иностранным компаниям.